Твери началась заявочная кампания по бронированию путевок в загородные лагеря. Об этом рассказали в администрации города. Для бронирования путевки необходимо зарегистрироваться на портале leto.tver.ru, указать данные ребенка и выбрать лагерь. Сейчас заявки принимаются только на первую смену. До подачи заявки родителям или законным представителям необходимо подготовить и обновить документы в личных кабинетах. У нас 8 загородных муниципальных лагерей, которые распахнут свои двери для школьников. В четырехсменном режиме мы планируем принять на отдых 5200 детей.